Вы смотрите программу «Абсолютный слух». Программа «Абсолютный слух» знакомит вас с самыми яркими явлениями мировой музыкальной культуры. Открыть неизвестные грани в известном. Вновь обрести незаслуженно забытое. Разгадать загадки, оставшиеся без ответа. В этом вам поможет программа «Абсолютный слух». 29 февраля високосного 1904 года в Будапеште состоялась премьера симфонического опуса выпускника Академии музыки Имре Кальмана. Окрыленный успехом, молодой композитор сочинил еще несколько симфонических произведений и осмелился предложить их нотному издательству. Однако получил отказ. «Похоже, мои симфонии никому не нужны. Если так пойдет дальше, то я, пожалуй, с отчаяния докачусь до того, что сочиню оперету», — горько шутил он. «В каждой шутке есть доля правды». А в данной шутке правдой оказалось абсолютно все. Действительно, именно благодаря оперетте Имре Кальман вошел в историю мировой музыки. И мы с удовольствием воспользуемся возможностью побывать в его доме-музее в венгерском городке Шеофок. Имре Кальман появился на свет 24 октября 1882 года в маленьком венгерском городке Шеофок. Теперь в доме, где он родился, находится его музей. Он открылся в 1987 году благодаря великодушному жесту дочери Кальмана Ивон Кальман. К тому моменту, как родился Имре, в семье уже были дочь Вилма и сын Белла. А после рождения Имре появились еще три девочки. В то время обучение детей музыке считалось обязательным, причем не только в богатых семьях. Старшая сестра Имре брала уроки фортепиано, а он прятался под стол и из-под тишка слушал, как она занимается. Ну а потом семья переехала в Будапешт. Отец, который был торговцем зерном, разорился, а потому детей помогали воспитывать родственники. Первоначально семья носила фамилию Копштейн. Они были евреями, и среди предков Имре были раввины и музыканты. В 1896 году семья изменила фамилию на Кальман. В истории Венгрии начался период так называемой «великой ассимиляции», когда представители еврейской национальности стали занимать высокие посты во многих сферах, так что фамилия Кальмана является характерным примером этого процесса. Имра с детства очень полюбил музыку, а в 15 лет заявил, что хочет стать пианистом. Поскольку к тому времени пианино у родителей уже не было, он занимался на рояле у своей тети. Причем так усердно, что перетрудил руки. Из-за воспаления сухожилий ему пришлось прекратить занятия и навсегда расстаться с карьерой пианиста. Его приняли в Академию музыки на отделение композиции в класс Януша Кёслера. Одноклассниками Имры стали Альберт Сирмаи, который впоследствии прославился как автор оперетт, и Белла Барток, один из самых выдающихся композиторов 20 века. Кальман начал свою карьеру с создания симфонической музыки. Его произведения с успехом исполнялись и даже получали призы, но эти сочинения, конечно же, не могли принести ему материального благополучия. Он очень переживал и, в конце концов, сдался. Ради денег Кальман решил пойти на компромисс и заняться легким жанром. Он написал несколько номеров для кабаре, которые стали буквально культовыми, и сочинял музыку к театральным постановкам. А в 1908 году он создал свою первую оперетту под названием «Татарское нашествие», позже переименованную в «Осенние маневры». Имре
Это рояль Имре Кальмана. Считается, что именно на нем он сочинил в Будапеште свою первую оперету «Осенние маневры». А вот и его бюро, на нем рукопись Кальмана о композиторе Белле Бартоке. Они ведь были не только сокурсниками, но и большими друзьями. Барток часто гостил в их семье. Это личная авторучка Кальмана, его футляр для очков. А в этой витрине ноты первой опереты Кальмана «Осенние маневры». Кальман отнес свою партитуру в Королевский театр оперетты, но там был обширный репертуар, а потому с новой постановкой они не спешили. И тогда Кальмана посетила блестящая идея. Он отдал свое произведение конкурентам Королевской опереты, театру комедии. Они сразу же заключили контракт, а вскоре состоялась премьера. «Осенние маневры» были встречены с восторгом. Ну а как же Кальман попал в Вену? Это отдельная история. Дело в том, что расстояние между Веной и Будапештом вовсе не так велико. И вот в Будапешт приехал директор Венского театра Андервин Вилмош Карцак. Он был венгром. Карцак стремился расширить репертуар, искал новые темы и открывал молодым композиторам дорогу к успеху в имперской столице. Вместе с ним в Будапешт приехал маэстро Лео Фаль, который обратил внимание на талантливую музыку Имре Кальмана и сказал, что она, несомненно, будет иметь успех в Вене. И так Имре Кальман отправился в Вену. Говорили, что когда на вокзале он прощался с матерью и обещал, что скоро вернется в Будапешт, мать уже знала, что он никогда не вернется. Она была права. Имре Кальман прожил в Вене с 1909 по 1938 год. Премьера опереты «Осенние маневры» в Вене в 1909 году началась головокружительная карьера Кальмана, которая стремительно набирала обороты. Огромный успех имел спектакль «Цыган-премьер», но настоящим триумфом стала премьера опереты «Королева Чардаша». В России она известна под названием «Сильва». С премьерой «Королевы Чардаша» были сложности. В 1914 году разразилась Первая мировая война, и Кальман, который уже работал над музыкой этой опереты, впал в депрессию. Так что он завершил работу только через год, а премьера состоялась 17 ноября 1915 года в театре Иоганна Штрауса в Вене. Премьера «Королевы Чардаша» стала огромным скандалом, ведь в оперете были показаны высшие круги австрийской монархии, причем в весьма неприглядном свете. Критиковались моральные стандарты аристократического общества. Тем не менее, оперета пользовалась огромным успехом и стала очень популярна благодаря гениальной музыке Кальмана. Das ist die Liebe, die dumme Liebe, die macht das Männchen wie den Auerhahn so blind. Оперету Кальмана показывали в Германии, в Америке, и во Франции, и в России. В любой стране исполнители импровизировали, они адаптировали тему под специфику своих стран. Да,
Музыкальный мир королевы Чардаши несет в себе традицию венгерской культуры и именно поэтому стал визитной карточкой Имры Кальмана. Он очень гордился, что не цитировал народную музыку, но на ее основе сочинял нечто новое, свое собственное, но истинно венгерское. Конечно, не обходилось без неудач, ведь все опереты не могли быть такими же шедеврами, как «Королева Чардаши». Огромным успехом пользовалась «Баядера» — оперета, написанная на модную в то время восточную тему. Имра Кальман считал, что именно «Баядера» — одно из лучших его сочинений. Академическое музыкальное образование сыграло важную роль. Опереты Кальмана порой не уступают опере. И по качеству музыкального материала, и в смысле блистательно выполненной оркестровки. Оперета «Баядера» выражает боль и горечь, связанные с крахом Австро-Венгерской империи. Кальман говорил тогда, что присытился венгерской темой, но все же сделал исключение для этой пьесы, воспользовавшись случаем по-своему осмыслить это тяжелое для Венгрии историческое событие. В ней тоже звучит венгерская музыка и ритмы Чардаша, но нашлось место и для вальса, и даже для шимми, чужеродного шимми, как говорили критики-современники. Кальман задумывал его как пародию, но этот номер стал самым ярким шлягером, который с удовольствием слушают, танцуют и поют до сих пор. «Баядера» пользовалась большим успехом у современников, но позже ее почему-то реже стали брать в репертуар, в отличие, например, от опереты «Марийца», премьера которой состоялась в 1924 году. Со второй половины 1920-х годов жанр оперетты переживал кризис, поэтому премьеры многих оперетт, в том числе «Принцесса цирка», прошли скромно. Успехом пользовалась, пожалуй, только «Фиалка Монмартра». Яркий и счастливый мир музыки Кальмана искрится радостью. Его пьесы говорят о всепобеждающей силе любви, и можно подумать, что их автор жил в такой же беззаботной и сказочной жизни. На самом же деле Имре Кальман был очень закрытым и педантичным человеком. Звездной болезнью он так и не заболел. Удивительно, что творчество Кальмана и его личная жизнь словно находятся в противоречии. Судьба композитора была полна драматизма. Рано умер его отец, умер брат, тяжело болела Паула Дворжак, актриса, с которой Имра жил долгие годы. Тяготы сделали его очень замкнутым человеком.
Он был немногословен, и если его спрашивали о личной жизни, отвечал: «Вопросы любви меня не интересуют». В 1928 году Кальман познакомился с русской мигранткой, танцовщицей Верой Макинской. Она стала женой композитора, и у них появилось трое детей. Вера Кальман передала в дар нашему музею множество уникальных реликвий. Вот, например, портфель Имры Кальмана с монограммой «Эмерих Кальман». Его домашний халат и его концертный смокинг, в котором он стоял за дирижерским пультом. Есть и другие его личные предметы. Прогулочная трость, вот она же над фото. Это точилка для карандашей, которыми были написаны многие его партитуры. Это звонок, которым он вызывал прислугу. Его сигары, ведь Имра Кальман был страстным любителем сигар. На этом фото канцлер Австрии вручает Имре Кальману в честь его 50-летия крест рыцарей Тевтонского ордена. А вот и сам крест. Здесь же маленькая записочка. Имра Кальман трогательно обращается к жене: «Либо Верушка». Этой печатью с монограммой он запечатывал письма. На этом фото руки Кальмана на клавиатуре рояля, хотя он и не стал великим пианистом. А вот и гипсовый слепок его рук. Кальман часто приезжал в Будапешт, чтобы дирижировать своими оперетами, и эти спектакли всегда были праздниками. Он продолжал считать себя венгром, хотя его имя на афишах писали по-немецки «Эмерих Кальман». Он оставался подданным Австро-Венгерской империи даже после ее падения. В 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер. Вскоре после вторжения нацистов в Австрию композитору вручили документ, в котором Гитлер, как большой поклонник творчества Имры Кальмана, обещал пожаловать ему звание почетного арийца. Но Кальман вежливо отказался. Он уехал сначала в Швейцарию, потом в Париж, а оттуда в 1940 году в Америку. В Америке Имре Кальман писал значительно меньше. Отчасти виной тому была депрессия, которая охватила композитора, отчасти отсутствие спроса на его музыку. Кальман приехал в Голливуд в надежде, что его опереты будут перенесены на большой экран, но этого не случилось. В Америке он создал всего две новых опереты. Одна из них – «Маринка», другая – «Аризонская леди». В конце 40-х годов Кальман вернулся в Европу, но Венгрию он так больше никогда и не увидел. Он обосновался в Париже, где его окружили любовью, уважением и наградили орденом почетного легиона. В Америке Кальман перенес инсульт, он был частично парализован, и теперь при нем постоянно находилась сиделка. 30 октября 1953 года он умер во сне в своей парижской квартире. Похоронили Имре Кальмана в Вене, рядом с его любимыми композиторами. Mein Akbar,
Трудно сказать, что именно в музыке Кальмана привлекает современного человека. Думаю, секрет в том, что эта музыка выражает ностальгию, щемящую тоску по ушедшей эпохе, когда в Европе, в том числе в Венгрии, царили мир и изобилие, когда в Вене устраивали роскошные приемы, на бальном паркете в вальсе кружились пары хорошо одетых людей, а дамы покупали шикарные туалеты ради одной единственной театральной премьеры. Мы все привыкли слышать... Извините. И, простите, я не могу сейчас разговаривать, я вам перезвоню позже. Мы все привыкли слышать классическую музыку, которая раздается из мобильных телефонов. Даже шутка такая есть. А, я знаю Баха, это тот, который сочиняет рингтоны для мобильников. Конечно, это шутка, но, как известно, в каждой шутке есть доля истины. Оказывается, великие классики не обходили своим вниманием технические устройства. Не верите? Тогда посмотрите наш сюжет о том, какую музыку для механических часов написал Людвиг ван Бетховен. 18-е столетие вошло в историю как век начала промышленной революции, век механики. Пока на быстро растущих заводах машины вытесняли живую рабочую силу, в аристократических салонах учились применять технические навыки для изысканного развлечения гостей. Настоящими произведениями искусства стали шкатулки и механические часы, исполняющие музыку без человеческого участия. Некоторые музыкальные часы заключали в себе целые механические органы, как, например, знаменитый оркестр Штрассера. И павлин, хранящийся в Эрмитаже. Механические органы имели весьма сложные и по тем временам очень дорогостоящие устройства. Музыкальный шифр наносился на специальные валики. Большой орган позволял разместить в себе до 8 валиков с различными композициями, каждая из которых звучала по 6-8 минут. Иногда они воспроизводили популярные песенки, а иногда специально написанную для них музыку, которую зачастую сочиняли мастера самого высшего класса, такие как Гендель, Гайдн и Моцарт. Несколько пьес для механического органа создал и Людвиг ван Бетховен. Как получилось, что самолюбивый композитор, автор фразы «Князей тысячи, а Бетховен один», соблаговолил написать музыку для аристократической забавы? Возможно, причиной тому была любовь. В конце 90-х годов 18-го столетия у Бетховена брали уроки фортепианной игры две сестры – Тереза и Жозефина Брунсвик. Когда Жозефина вышла замуж за графа Йозефа Дейма, который был на 27 лет ее старше, Бетховен часто наносил визиты в их дом. Хозяин был человеком увлеченным. Его интересовала как современная музыка, так и новомодные аппараты, в том числе и механические органы, для которых сочинял пьесы сам Вольфганг Амадей Моцарт. В 1827 году, после смерти Бетховена, было обнаружено множество его неизданных рукописей. Среди них нашлись и три пьесы для загадочного инструмента. Специалисты долго ломали головы, на чем же их следует исполнять. И только в начале 20 века музыковед Альберт Копферман установил, что эти пьесы – не что иное, как композиции для механических часов. К любой работе Бетховен относился серьезно. Филигранно отточенные и изобретательные шедевры, написанные для механического инструмента, вполне могли бы стать частями бетховенских сонат. Возможно, то было романтичное выражение симпатии к хозяйке дома. В наши дни услышать три пьесы Бетховена на механическом органе нельзя. Зато они нередко звучат в исполнении музыкантов-органистов.
еще в 1962 году Людвиг Олтман сделал их переложение для короля инструментов. Механические органы графа Дейма не сохранились, а потому некоторые исследователи до сих пор сомневаются в том, что три пьесы Бетховена атрибутированы верно. И все же есть факт из биографии композитора, который подтверждает, что он, несомненно, интересовался механическими музыкальными аппаратами. Его знаменитая «Битва при Витории» — грандиозное оркестровое произведение, которое при жизни композитора было популярнее любой его симфонии, изначально задумывалось как пьеса для пангармоникона, механического органа, который спроектировал немецкий пианист и инженер Иоганн Мельцель. Он же сконструировал для Бетховена слуховую трубку, а для всего человечества – метроном, незаменимый помощник музыкантов. Когда англичане с триумфом разгромили французов при Витории, Иоганн Мельцель решил прорекламировать свой пангармоникон, записав на него помпезное, патриотичное и злободневное произведение. Его музыкальный заказ выполнил Людвиг ван Бетховен. Однако пьеса оказалась такой сложной, что нанести ее на валик Мельцель никак не смог. По его просьбе Бетховен сделал версию битвы для симфонического оркестра, которая и была исполнена в концерте. Премьера нового опуса, выросшего из механической пьесы, прошла с грандиозным успехом. Однако на валике пангармоникона Мельцеля битва при Витории так и не попала. Возможно, композиторов 18 века влекли к техническим музыкальным устройствам не только щедрые гонорары заказчиков, но и желание экспериментировать. Ведь в те времена это было единственное средство, способное точно зафиксировать авторский музыкальный текст и точно его воспроизвести, тогда как музыканты всякий раз трактовали замысел композитора по-разному. Бетховен говорил: «Настанет день, когда симфонические сочинения, помимо оркестровых масс, будут исполняться более простым способом, вполне сохраняющим заключенные в них эффекты. И только тогда они будут понятны всем». Великий классик не только оказался пророком, предсказавшим многие музыкальные открытия будущего, но предвидел научно-технический прогресс 20-го столетия и изобретение систем звукозаписи. Для людей 21 века немногочисленные сохранившиеся валики с музыкальными шифрами – настоящий клад. Ведь никто в точности не знает, как партитуры 18-го столетия исполнялись в ту эпоху. Но если мы заведем музыкальную шкатулку и заставим ее звучать, мы можем быть уверены, до нас доносятся те же самые звуки, которыми наслаждались меломаны 200 с лишним лет тому назад. Скрипка – музыкальный инструмент, который чаще других фигурирует в легендах, связанных с нечистой силой. Народная молва обвиняла в связи с дьяволом и Паганини, и Страдивари, и великого скрипача 18 века Джузеппе Тартини. Его жизнь была похожа на приключенческий роман, в котором нашлось место и дуэлям, и побегу с богатой невестой, и жизни в монастыре под чужим именем. Свое лучшее произведение Тартини создал не без помощи князя тьмы, который явился ему во сне. И произошло это не где-нибудь, а в монастырских стенах. Джузеппе Тартини родился в 1692 году в небольшом городке Пирано, входившем в то время в состав Венецианской республики. Ничто не предвещало будущей музыкальной славы ребенка. Его отец мечтал о том, что сын станет священником. Однако Джузеппе, нарушив родительскую волю, отправился в Падую. Он поступил в университет, чтобы изучать юриспруденцию. Впрочем, зубрежка законов не слишком увлекла порывистого юношу. В Падуе он больше прославился амурными приключениями и искусным фехтованием. На его счету было несколько победоносных дуэлей.
В эти же годы он начал учиться играть на скрипке. Впрочем, становиться музыкантом Тартини не собирался. Он подумал о том, чтобы сделаться учителем фехтования. В 18 лет юноша влюбился. Его избранницу звали Елизавета Примазоре. Втайне обвенчавшись, молодые бежали из города, ведь Елизавета находилась под строгим надзором и покровительством могущественного кардинала Карнаро. Вскоре беглянку вернули домой, а жених вынужден был спасаться от гнева кардинала. Тартини нашел пристанище в монастыре города Ассизи, на родине одного из самых почитаемых христианских святых Франциска Ассизского. Здесь он несколько лет скрывался под чужим именем. Вынужденное затворничество оказало благотворное влияние на душу молодого человека. Он научился обуздывать страсти и проявил склонность к размышлениям. Теперь большую часть времени он посвящал занятиям музыкой. Благо, что у него нашелся прекрасный наставник, монах-композитор Богуслав Черногорский, Падре Богемо, которого называли чешским Бахом. Именно в монастырской келье Тартини сочинил свое самое знаменитое произведение. «Однажды в 1713 году мне приснилось, что я продал душу дьяволу», — вспоминал Тартини. «Мой новый слуга был готов исполнить любое мое желание. Я дал ему свою скрипку, чтобы понять, может ли он играть. И я услышал такую прекрасную сонату, исполненную с таким мастерством и искусством, которое я даже не мог вообразить. Я чувствовал себя заколдованным, не мог дышать. И тут я проснулся. Сразу же я схватил скрипку, чтобы хотя бы частично запечатлеть мой сон. Увы, музыка, которую я тогда записал, является лучшим из всего написанного мной, и я все равно назвал ее дьявольской трелью. Однако она так сильно отличалась от того, что меня вдохновило, что я разбил бы мою скрипку, если бы мог жить без того удовольствия, которое она мне доставляет». Финал сонаты немыслимо сложен. Скрипач должен играть трели на одной струне и одновременно исполнять мелодию на другой. Даже теперь, спустя 3 столетия с момента рождения опуса, этот фрагмент требует от скрипача особой виртуозности, тогда как в 18 веке он считался практически неисполнимым. Не изобрел способов справиться с задачей и 19 век. В то время как Тартини уже много десятилетий находился в лучшем из миров, многие скрипачи по-прежнему пытались одолеть его дьявольские трели, а отчаявшись, распространялись слухи о том, что на левой руке великого музыканта было не 5, а 6 пальцев. Знатоки уверяли, что лишь благодаря этой аномалии автору удавалось сыграть феерический финал своей сонаты. Во время пребывания в монастыре Тартини выступал публично, играя на скрипке в дни церковных праздников. Из опасения, что его настигнет гнев кардинала Корнаро, он музицировал, скрываясь за портьерой. Рассказывали, что однажды, порыв ветра приподнял завес, музыкант был узнан одним из падуанских паломников, и о его местонахождении доложили кардиналу. К счастью, Тартини был прощен. Он смог, наконец, покинуть монастырь и воссоединиться с законной супругой. Увы, семейная жизнь счастья Тартини не принесла. Елизавета оказалась сварлива. Она не желала мириться с тем, что ее добрый и щедрый муж помогает родне, содержит за свой счет несколько сирот, талантливых детей-бедняков, обучает игре на скрипке бесплатно. От выгодных предложений отправиться на гастроли с концертами Тартини отказывался, предпочитая скромную должность капельмейстера падуанской базилики Сан-Антонио.
Между тем, слава от Джузеппе Тартини разнеслась по всей Европе. Его называли «учителем наций». Ведь ради того, чтобы взять уроки у великого маэстро, в Падую приезжали скрипачи из разных уголков Старого Света. Теперь у него занимался даже его бывший педагог Джулио Ди Терни. Тартини стал настоящим реформатором скрипичного искусства. Он изменил форму смычка, сделав его более прямым и длинным, а также усовершенствовал его, придумав специальное углубление – каннелировку, чтобы скрипачу было удобнее держать смычок. Не исключено, что к этим новшествам Тартини подтолкнул его опыт владения шпагой. Он также изобрел новые приемы скрипичной игры, а своеобразный итог своим музыкальным открытием подвел в опусе под названием «Искусство смычка». Тартини знаменит также открытиями в области акустики. Он заметил и описал интересный эффект. При одновременном звучании двух хорошо сочетающихся высоких звуков их вибрации создают отзвук в более низком регистре. Эти так называемые комбинационные разностные тоны до сих пор известны как тоны Тартини. Кроме того, подобно древним пифагорейцам, в гармонических сочетаниях звуков музыкант искал и философский смысл. Тартини любил поэзию. Сонеты Петрарки вдохновляли его к сочинению музыки, а стихотворные строки нередко становились эпиграфами к его произведениям. Некоторые из 175 его сонат имеют названия, связанные с мифологией. Самая известная из них – «Покинутая Дидона», посвящена трагической истории карфагенской царицы Дидоны, в отчаянии покончившей с собой. Великий музыкант редко покидал Паду и почти всю свою долгую жизнь отдал службе в капелле Сан-Антонио. Будучи уже очень пожилым человеком, он каждое воскресенье приходил в собор, чтобы исполнить адажио из своей сонаты «Император». Одна из падуанских городских легенд гласит, что и сейчас, по ночам возле церкви, где обрели последнее пристанище Тартини и его супруга, можно услышать звуки скрипки и увидеть призрачные фигуры танцующей пары, скрипача и его дамы. Это лишь легенда, однако нет сомнения, своим благочестием Джузеппе Тартини в полной мере искупил связь с врагом рода человеческого, явившегося ему в сновидении. Своими добродетелями он сполна расплатился за драгоценный подарок, полученный им от Искусителя. Своей любовью к музыке он победил смерть и заслужил вечную славу. Наша программа подошла к концу. А это значит, что мы расстаемся на неделю. С вами был Геннадий Янин. До встречи.